В 2018 году бюджет кассы по безработице превысит 450 миллионов евро. Выплата возмещений по безработице по различным причинам, а также расходы на различные услуги кассы вырастут почти на 130 миллионов. Совет особенно выделяет успех программы «Работайте и учитесь». В следующем году 10 тысяч работников смогут либо получить новые трудовые навыки, либо усовершенствовать уже имеющиеся. Предусмотрена финансовая поддержка работодателей, которые обучают работников или принимают на работу большое количество людей. Хотели бы найти э, хорошую работу людям, не только то, что куда-то они могли бы идти очень быстро на работу, а то, что действительно уже искать такую работу, где они хотели бы работать только время. Но на рынке труда в нашей стране складывается довольно парадоксальная ситуация. Как следует из данных Департамента статистики, количество свободных мест на предприятиях страны выросло в третьем квартале по сравнению с прошлым годом на 15% и составляет теперь 12 700 вакансий. В течение этого года число свободных вакансий постоянно росло, но при этом растет и число зарегистрированных безработных. Наконец ноября она превысила 30 000 человек. И хотя наиболее ее уровень высок вида вирума и на юге Эстонии эта проблема всерьез волнует и сравнительно благополучную столицу нашей страны. Рост безработицы не может не вызывать тревогу, особенно с учетом того, что экономика страны находится на подъеме. Также растет и число рабочих вакансий. Это означает, что растет спрос на квалифицированных рабочих и специалистов. Государство должно уделять больше внимания переобучению безработных, иначе этот разрыв будет лишь увеличиваться. Общая тенденция прослеживается и в столице. За год число безработных выросло почти на тысячу, а только за месяц число вакансий увеличилось более чем на 80 человек. Наибольшее число безработных зарегистрировано властными. Во многом рост безработных связан с реформой трудоустройства. Предполагалось, что она поможет людям с ограниченными возможностями подыскать подходящую работу. Но работодатели не спешат воспользоваться новыми возможностями. И особенно в условиях печальной демографической ситуации работодателям придется либо платить большую зарплату специалистам, либо переходить на гибкий рабочий график. Владимир Михалков, Рига Пресс, Первый Балтийский канал.